Всем привет! Мы на канале Мама и я, и сегодня будем снимать... Привет, друзья! Сегодня будем продолжать снимать наш шикарный симулятор про машин. Wayford, он пока что в режиме бета. Они показывают, что у них 3 new cars, может быть, какие-то 3 новые машины. Кто смотрел наши предыдущие серии, вы уже знаете, что... Мы покупали джип, потом мы смотри, эту машину мой Мерседес продали и купили в прошлый раз скоростную. Смотри, мой Мерседес невидимка. А сейчас ты купил другую машину, да? Ага, ну сука, мой Мерседес невидимка. Мерседес невидимка. Кто играет в эту игру, напишите нам в комментариях. Может быть, уже есть ребята, которые полюбили этот симулятор. Здесь вы знаете, можно выбирать роли, да? Вы можете быть криминалистом, полицейским или обычным жителем. Стой! Но мы полицейского еще ни разу не выбирали. Можешь не говорить? Могу, не говоришь. Пиво как заведут? Ты хочешь послушать Нет, мотор? Смотри. Ребята, он настолько сильно любит машины, что он готов вместо музыки слушать, как едет машина. Рёв машины – наше всё. Да. Я что буду с тобой делать, когда ты вырастешь? Будешь, наверное, гонять? Нет. Нет? Точно будешь ездить по правилам? Обещаешь мне? Да. Смотри. Я просто скорость набираю, чтобы просто напрямую, чтобы ездить. Как называется твоя машина? Это серия Mercedes? Это Mercedes-Benz у меня. Вот такая вот у нас сегодня, ребята, машина. Mercedes-Benz. Купил ты ее за 56 тысяч, по-моему. Нет, за 58 тысяч. За 58 тысяч она была куплена. Хотя здесь в этой линейке есть еще и дороже машина, но пока что мы смогли накопить вот на эту. А знаете... Почему? У меня там была машина помощнее. А почему, кстати, ты продал? У нас же предыдущая машина была мощнее. Надоело на ней уже кататься? Да, но просто посмотри, как она быстро сгоняется. Ну правильно, надо же все протестировать, да? Может быть, понравится что-то еще больше. А, кстати, вы не забыли то, что я в Эчкве произошла на время? А когда, сегодня? Да, прям сегодня. Ну, раз в Эчикале произошло обновление, мы тогда его заснимем, покажем, какое обновление. Но она очень такая, знаешь, не один раз было в Эчикале очень так жалко. Кого тебе было жалко? Просто до лет не знаю, где он. Ты не мог найти этот симулятор? Нет, знаешь что? Далит не мог найти. Смотри, ну что, сейчас будем соревноваться? Нет! А почему эти машины сейчас стояли в туннеле? Ну потому что сейчас покажу, какую гонку они гоняли. На темноте сейчас по парку включусь. Давай, освещения нам не хватает. Ой! Что-то не то. Да, видите, здесь ночная съемка идет, а мы можем включить фары. И все, и мы гоняем как... Как в реале. Чем больше мы... Это вот эта гонка. Чем больше мы ездим, тем больше мы зарабатываем. Смотри, мама, мы в этой они были гонки. В этой. Но мы сейчас одни. А где? А где наши соперники? С кем мы будем соревноваться? Ну, пока нет соперников, давай сами будем гонять. Все понятно, они там. Там? Да. Еще и полицейские есть, ты ж не забывай. А мы когда зашли сейчас в игру, мы какую роль выбрали? Мы жители или... Мы жители. Жители. Ну, я надеюсь, нас никто трогать не будет, потому что мы никого не обижаем. Но иногда полицейские ошибаются и даже трогают мирных жителей в этом симуляторе. Это имейте в виду. Нам так один раз попалось. И смотрите, что сейчас делаю. А ты эту машину перекрасил сам? Да, смотри, видишь? А что я должна увидеть? Фары смотри, включаешь? Вот это... видите, ребята, он включает задние фары.
и они красным цветом. И моя машина сама делает. Вот, а теперь передние фары, видите, желтым светятся. Смотри, мои колеса, они сами. И колеса, видите, они этот не вращаются, а так двигаются. Это Mercedes-Benz Transformer. Шикарная машина. А напишите, может быть, у кого-то действительно есть такая машина? Может, ваш папа тоже купил Mercedes-Benz, и вы ездите на нем? Трансформер. Да, напишите, может, смотри, у кого-то видишь, и есть такая машина? Когда хожу, она, смотри, она должна вот уже делать. Но, видишь, вот это? А видишь, какой нам номер дали? 912-243. Вот такой наш номер в этой машине. Давай. А вы знаете, что номер дают, как при покупке машины? У каждой машины номер свой отличается. Сейчас. Номер это как паспорт на Подожди, машину. Подожди, смотри, как она. А, куда смотреть надо? Не, только не говори. Хорошо. Почему она так рыбками едет у тебя? Может, давай разгонимся по полной уже, раз, если ты хочешь показать, как едет твоя машина, разгоняйся уже на полную мощь. Но с дороги не слетай. И медленно, чтобы правила свои не нарушать. Ну давай по трассе поедем. Быстро так. Смотрите, какой шикарный симулятор. Чуть-чуть. Ну, конечно, ты так, если будешь переворачиваться, ты скорость не наберешь. Сейчас по прямой дороге сейчас. И, кстати, моя Mercedes это невидимка. Я вам правду говорю. В туннель заезжаем, да? Смотрите, в туннеле днем освещение лучше. Видишь, и что? Обошел пока машину. Пока ты по туннелю проехали, уже темно там, что ли? Или... Нет. А там что, конец карты? Да. Ребята, мы показали вам конец карты в этом симуляторе. Дальше не успели дорисовать. Может быть, к следующему апдейту они дорисуют? Не, даже не думай. Почему это? Тебе что, разработчики прям весь свой план рассказали? Нет. А как? Смотри, как разгоняется. Большой час, да, Вера? Ну, если тебе нравится, как разгоняется твоя машина, давай я пойду кушать готовить, а ты будешь на ней гонять сам. Нет, не буду. Смотри, как она разгоняется, смотри. Сколько? 160, так. Сейчас 170 набрали скорость. Ну, там заявлено было, что она где-то 180 с чем-то. О, ребята, мы уже за ней 190. 190 километров в час. Наша машина едет. Почти как этот дождь, да? Да. Мы когда покупали, они так и сказали, что эта машина может разогнаться только. Мы выжимаем с нее сейчас по максимуму. 190, это же большая же скорость. Да, мы уже летим, видишь? И летим как ракета. Ну, я видела, там машины есть, которые 400 км в час разгоняются. Поэтому 200 это тоже не плохо. А моя Lamborghini... Но... А моя Зонда умеет 4000... 400 километров в час, да? Ну все, ты мощь этой машины показал. Смотри, как она... 190 километров в час она у нас разгоняется. Ну и что, круто, я скажу? Да. А смотрите, а наш банк растет. Чем больше, ребята, мы ездим, тем больше денег мы зарабатываем. И уже мы смогли накопить еще 17 500, уже 600 даже. Ну вот мы сейчас погоняем. 500. Мы сейчас погоняем, и, наверное, 1020 у нас уже будет. Подожди, а почему всего 20 тысяч у нас в запасе лишних? У тебя сейчас сколько машин куплено? Одна или две? Одна. Потому что. То есть получается, если мы эту машину продадим, и у нас еще только 20 тысяч. Доложить и купить. Знаешь, что-то почему? Круче. Знаешь что?
Я всего лишь одну большую пробу купил, и все. Другую невозможно. Подожди, а мы же вчера с тобой когда гоняли, у нас был наш банк 99 тысяч. Если ты сегодня купил машину за 58 тысяч, и вот еще плюс 20, почему у нас сейчас денег меньше даже, чем было вчера? Знаешь почему? Почему? На что ты потратил? Ну, я наверное, машину потом потрачу. Наверное, они меньше давали. И вот так вот. Не понимаю. А я думала, что у нас в любом случае всегда будет деньги как бы копиться. Хоть мы и машину покупаем, мы же ее потом можем продать. Или когда мы ее продаем, мы ее дешевле продаем. А дешевле это что? Ну, это, например, ты купил за 5 рублей, а когда ты продаешь, они у тебя забирают за 4 рубля. Это дешевле. То есть купил за 5, а продаешь уже за 5 не можешь обратно продать. Уже за 4 продаешь. И тогда у тебя получается, тебе меньше денег дают, чем ты потратил сначала. Ну я понял, это у меня сейчас. Ну вот я сейчас и удивляюсь. Мы же вчера, когда играли, я точно помню, у нас было 99 тысяч. У меня всегда... Почти до 100. И мы купили машину, и у нас еще оставался запас денег. Давай я... Хорошо, ты ее продал, тогда у нас должно было быть... Обратно нам должны были эти деньги вернуть, и мы... Я думала, что мы можем накопить еще, и потом, может, за 100, за 200 тысяч будем покупать. Подожди, кто не поставил лайк и не подписался, смотрите, что вам будет. Ох, какой ты жестокий. Смотри, полицейский. Что будет, смотри, побор. А нет, он же не полицейский, он же криминалист, ребята. Да. Полицейский за роботы, так что знай. У нас никаких роботов нет. У нас роботов нет. Да, мы играем, все честно, все игры проходим своими силами. Да, а я один раз был самый. Только иногда разработчики делают специально, чтобы донатить. А без доната проходить очень тяжело. Да. Но тогда мы в такие игры просто играть не будем. Раз разработчики вынуждают оплачивать игру, мы будем искать другие симуляторы. Так, я хочу какой-то дом к себе. Так, ну да. Давай, выберем сейчас себе какой-нибудь дом. Мы уже, кстати, в третий дом уже себе будем выбирать, ребята. Вот представьте. Бесплатный. Да, бесплатный. Вот представьте так вот. А нет, у меня это уже четвертый дом. А что это за флаг? Это флаг Украины или там какой это флаг? Американский флаг. Какой еще Украины? Это американский флаг. Так. Чуть-чуть поезжаю. Полежи так, где-нибудь. Найди себе хорошую кровать и можешь отдыхать. Только свет я не вижу. А можно здесь действительно свет включить? Только вот, смотри, мои колеса. Смотри, мои колеса. Надо пистолетом стрелять, и тогда свет будет. Ты видишь мою колеса? Золотые я сделал. А если ты сейчас стрельнешь свое колесо, оно спустится? Нет. Пытаюсь даже окно даже пробить. Не могу. Ты лучше расскажи, как ты свой велосипед проколол. Катался на велосипеде и аж 3 дырки сделал в камере. Ребята, так что мы сейчас остались без транспорта, но ничего, мы его восстановим. Смотри, я стрелю машину, например, в кольцо. И ничего не происходит. Видишь, тогда мои колеса и фары, они хромачитишки. То есть их никак нереально выбить. Какой шикарный дом мы сейчас проезжаем. Так, у нас сейчас 22 тысячи. Но мы, ребята, подкопим, потому что я хочу, чтобы мы взяли какую-то другую машину, потом покруче. И я разберусь с этими ценами. Что это такое? У нас должно было быть больше денег. Нет, ну ты знаешь, просто машина дает, наверное, меньше. Ну как?
Ну хорошо, машины дают меньше, но мы же копим деньги, копим, понимаешь? Ну, ты понимаешь, когда мы... Ну, например, у вас же есть же деньги. Ну? Вы тратите. Вам дают меньше денег. И вот так и в этом получается. За машину ты деньги отдаешь, а они тебе меньше. Ну правильно, это потом получается как БУ машина, они у тебя покупают. Вот когда ты купишь машину, только новую машину ты купишь с автосалона. Это я про реальную жизнь говорю, не про вечеринку, не про симулятор Роблокса. А вот реальную машину, если ты сегодня пойдешь и купишь, то только ты вот выйдешь на метр из автосалона, она уже будет стоить на 10%. Ты хочешь белую машину? На 10% дешевле она будет. Ты скажешь на 10 рублей меньше. Нет. Если вот ты покупаешь новую машину, только тебе дали в руки ключи, и ты даже может, из автосалона не выезжал, она уже стоит на 10% дешевле. Ты хочешь белую машину? Это правда. Белую? Хочу, да, мне будет белый цвет больше нравится, чем черный. А желтый? Ну, желтый такой он, я не знаю. А ты хочешь? Не, мне больше нравится такая... Красный? Мне нравится спортивного цвета такая вот... Цветом моря мне нравится. Такая вот синяя, только она не темно-синяя, а вот цвет такой. Вот сейчас проехала машина. Вот примерно вот такого цвета мне нравится машина. Так, могу я тебе? Сейчас. Вот этот цвет неплохой, да. Вот этот. Да. Вот такая спортивная тачка. С желтыми колесами. Так. Как-то размочить. Давай гонку хотя бы одну, никакую гонку. Давай, будем с кем-то соревноваться и покажем им мастер-класс. И моя тачка очень дорогая. Ну давай. Ну не очень, но не дешёвая. Ну давай, пытайся. Разгон мастера. Взяли нас на гонку, погнали. Видишь, разгон мастера. Разгон мастера я взял. Понял? Даже он слабак. Да, мам? Да. Ты ездишь намного быстрее. Но обзываться это уже не очень красиво. Но я про это знаю. Ну потому что он медленный, как черепаха может. Ну, а он, может быть, сегодня первый день только играет. И вот какая машина смог взять, такую и купил. Нет, он не первый день уже играет. Он уже 10 тысяч разов уже играет. Это твоя фантазия. Нет, я тебе правду говорю. Ну, давай, гоняешь еще последнюю гонку, и на этом закругляемся. А хотя нет. Мы с тобой договаривались. А он не сможет у него поиграть. Почему? Просто игроков не было. Ну вот игроки сейчас подъехали, мы сейчас катаем последнюю гонку и на этом закругляемся. Нет, ну только не Феррари. Феррари меня... Ты боишься проиграть Феррари, да? Она будет мощнее. Ну, ребята, вы видите, да, какая у нас сейчас... Какой соперник? Конечно, у него там мощный такой двигатель. Значит, обзывать, кто слабее тебя, это прям милый. Ты видишь, как я нам... А кто сильнее тебя, значит, ты их боишься. Ты видишь, как я на морками вот так попрыгаю? Ты куда меня повез? Эй, соревнования закончились, ты куда меня повез? Ребята, он не хочет, чтобы я закруглялась с роликом, и повез он меня куда-то в горы, в лес. Нет. Я просто разгон беру, чтобы просто улететь. Я это как раз наконец дождался. Мне было интересно. Да, 99 минут в чате. Значит, больше 99 минут вы не будете делать. В чате сообщений. Так, давай, Мерседес. Мерседес-Бенз, давай, топи! Трансформер! Топи! Во всю мощь! Но это не просто Мерседес-Бенз. Это Мерседес-Бенз Трансформер. Да, ты что? Да. Ты видел у него эти колеса вот так двигались? Ой, был
визит. Так это мини-трансформация. Я думала, он у тебя в робота превращает. Ну что-то просто что-то делали. Я хотела, чтобы он трансформировался. Все. Завтра пишем письмо разработчику, чтобы он эти машины сделал трансформерами. Ну, на этом все. Всем пока. Пока-пока, ребята. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Я улетаю в космос. На ракете Mercedes-Benz. И давай, Mercedes-Benz. Я тебя поддерживаю. Давай. Полную мощь свою. Давай. Давай, давай. Давай. Полную мощь. Я за тебя болею. Давай, Mercedes-Benz. Давай, улети в космос.